Здравствуйте! Сегодня я буду готовить на зиму кетчуп. Все овощи мне нужно измельчить. Чтобы получить сок без семян, пропускаем помидоры через электромясорубку со специальной насадкой. Прокручиваю через электромясорубку лук, сладкий перец, горький перец. В 3 литра томатного сока без семян добавляю 1 кг измельченного лука. Перемешиваю и ставлю на огонь варить 40 минут. Прошло 40 минут с момента закипания. Добавляю сладкий и горький перец. В мисочку высыпаю сахар, соль, столовую ложку корицы, измельченную гвоздику. Все размешиваю и добавляю в томат. Добавляю 2 лавровых листика и увариваю 3 часа. Кетчуп варится 2,5 часа. И вот мы видим, какой он уже стал густой. Я достала лавровые листики, убрала. И теперь нужно добавить чеснок. Буду варить 10 минут вместе с чесноком. За 5 минут до конца варки добавляю 2 столовые ложки уксуса. И варю еще 5 минут. Кетчуп готов и можно заполнять баночки. Баночки стерильные, крышки также. Воронку я также простерилизовала. И закручиваем. Когда кетчуп варится, нужно его постоянно помешивать, особенно когда он уже начинает загустевать, чтобы не подгорел. Баночки нужно перевернуть, хорошо укутать и держать до полного остывания. Из 3 литров томата получилось 4 баночки вкусного кетчупа. Баночка емкостью 400 мл. И еще вот такая баночка, неполная. Будем сразу кушать. Такую консервацию можно хранить в подвале и в комнате. А сегодня все. До свидания, до следующих встреч!